и люди видят подлых депутатов, разворовавших полностью страну, готовых ради денег и мандатов тянуть людей в гражданскую войну. Народ вас ненавидит, депутаты, а вам все кажется, что вы ему нужны? Вам лучше добровольно сдать мандаты и навсегда убраться из Донецкой страны. Уважаемые зрители, мы находимся в городе Донецке на площади Владимира Ильича Ленина, где проходит митинг в поддержку Донецкой Республики и за референдум 11 мая. Сейчас вы можете увидеть, как на площади играют дети. Смотрите, как дети играют. Кто Донбасс оружием? Вооруженный Донбасс. Давайте обратимся дальше. Давайте спросим память героев, которые явились за дальше. Это была минута молчания в память о погибших. Мы стояли, если не стояли, назад дороги нет, все это знают, да? И слава Богу, что есть у нас такой город Славянск, который взял на себя обязанность щита, который пробивает грудью всех нас с вами, дончан. Я там был не единожды, и был на Изюмском посту, и везде был, и был на похоронах ребят. Ребята стоят наши, они защищают нас с вами. И не надо там сидеть, я обращаюсь не к тем, кто туда пришел, а к тем, которые сидят дома на диванах. Это позор Донецка. Потому что мне стыдно смотреть, я так скажу, мне стыдно смотреть когда на глаза. Я там бываю через день, и мне стыдно смотреть им в глаза. Я видел боль и слезы матерей, боль и слезы Славянска. Весь Славянск плакал и стоит крепко. А вот сейчас вам скажет все жительница Славянска, которая сюда приехала именно из Славянска. Пожалуйста, послушай ее. Донецкая, Луганская область, встаньте с колен. Вы ж стоите на коленях, вас хунта поставила. Надо защищаться, как славяне стали с колен. Дети стоят на блокпостах. Мы почему здесь ходим только на митинг, хлопаем в ладоши и не можем поставить хунту на колени? Почему тот же Коломойский нанял свои какие-то несчастные войска? Почему мы этого не можем сделать? Мы ж не нищие Донецкой области. Почему Донецкую область не хотят и Луганску поставить на колени? Вам вообще всем жалко славянских детей? Какие по 17, по 18 и больше лет стоят на этих блокпостах? Они их убивают, не жалея, не щадя. Ведь они стояли только с дубинками. У них ни у кого не было ни пулеметов, ни автоматов. Так где же мы? Донецкая область очень большая. Милые мои, наш Донец только миллионный. Ведь надо всем подняться. Почему Донецк не слышит? Почему с областей мы едем сюда и пытаемся сказать: поднимись, Донецк! Где вы вообще есть? Мы же жители, славяне. Почему мы стали какими-то...
лошади. Неужто плывет можно повторить на колени? Великую Отечественную войну наши деды не стояли на коленях. Вы многие знаете, что в шаг выходили мужики с лопатами и били немцев, чтобы взять у них автоматы, пулеметы, винтовки. Но почему мы не можем этого сделать? Почему мы не защищаем славян? Почему один славян поднялся? Где мы все? Вы беседовайте, вы листовки носите, вы носите всем, хотя бы чтоб знали, что здесь делается. Ведь многие не знают. Они думают, неизвестно, кто там наехали несчастные москали и хотят поднять население. Но ведь это не так, вы же сами об этом знаете, что совсем не так. Подумайте, подумайте, помогите славянам, помогите нации славянской. И надо всем-всем подняться с этих колен. Почему у нас студентов нету? Почему у нас, ведь у нас Донецк студенческий, где наши студенты? Они что, тоже кланяются хунта? Я думаю, нет. Как вы считаете, стоит их поднять? Но почему мы не поднимаем студенчество? Где студенты? Почему Киев поднял студентов? Почему нацисты подняли студентов? Почему во Львове 9 мая избивали наших ветеранов, кто воевал в Великую Отечественную войну? Ну что, никто об этом не знал? Все знали. И во всяком случае нам надо поднять молодежь и студентов. Да, Славянск тоже студенческий, но не совсем. Но почему-то они поднялись. И почему-то идут под пули с этими дубинками. А мы стоим, похлопали, ушли по домам. И больше никто ничего не знает. Вы как считаете, дальше так надо? Так давайте поднимать всех. Шахты, студентов, ведь надо поднять население. Ведь наша Донецкая область очень большая. И почему мы их боимся? Я не понимаю, кого бояться? Ведь они ждали все эти года, чтобы подняться. Они готовились, у них подготовка. Где мы? Мы должны подняться, но не они. И Донбасс не должен стать на коленях и кланяться фашистам. Все.